этот поглотитель сухостоя или попросту дробилка греметь в Наташкином парке будет до конца недели. Слишком много работы. Шутка ли? Превратить в опилки сразу 8 десятков стволов. Причина для этого весомая. С 2019 года деревья по городу стали болеть. В основном это ясеня. Уже несколько раз говорили и продолжаем говорить, что у нас вот завелся вредитель, златка. Ясеня у нас, можете по всему городу видеть, да, действительно засохли. Этому же подверглись и деревья в Верхнем городском парке. Вместе с комиссией, с экологами, с депутатами, с жителями ходили, составляли акты вот именно о состоянии зеленых насаждений. В акт вошли порядка 80 деревьев, из которых 77 – это ясеня. Основную массу сухостоя уже порубили на поленья, ветки в измельчитель. Кстати, в том, что некоторые деревья действительно сгнили изнутри, мы убедились воочию. Видите полости внутри стволов? Там была труха. После окончания тотальной зачистки на месте корчевания появится новая зелень. Около 700 кустарников и 50 деревьев. Все деревья закрыты корневой системой, которые высаживаются вплоть... Ну, главное, чтобы был не мерзлый грунт. Грунт сейчас нам это позволяет. Видите, происходит планировка, завозим новый, свежий грунт. То есть посадкам это погода в настоящее время для нас не преграда. И, кстати, деревья в парке обещают высадить уже ростовые, а не саженцы. От 2 метров и выше. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».